Новгородской области стартовал 25-й благотворительный марафон «Рождественский подарок». Об истории, сложившихся традициях и проведении благотворительной акции в этом юбилейном году поговорим сегодня с начальником отдела адресной поддержки Департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области Ольгой Чуенковой и кандидатом психологических наук, инициатором марафона «Рождественский подарок на новгородской земле» Надеждой Лисицыной. Включайтесь в диалог в 19:00.